И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Final Fantasy за номером 9. В предыдущей серии мы с вами прибыли в Клейру, здесь все мирно, тихо, спокойно, и это не может не радовать, учитывая, что сюда вроде как движется королева Браны вместе с Куджей и заодно с армией черных магов, как вы, в общем-то, думаю, помните. Ну, видимо, они до сюда еще не долетели, и у нас еще есть шанс спасти это прекраснейшее место. А, я думаю, стоит пройтись по городу, да? Мы, конечно, чуть-чуть погуляли, но довольно-таки относительно. Ух ты ж, ё-моё. Довольно-таки относительно. Чё у нас тут? Ничего. Нам в любом случае сейчас нужно идти к храму местному. Ну, я думаю, мы еще прогуляемся. Ибо да. Я никого не трогал. Опять Виви явно. Ты ублюдок, ты убил моего отца. Ублюдок! Ублюдок! Нифига себе, детишки. Ну-ну, мы сегодня не с той ноги встали. Он один из демонов, уничтоживших Бурмецию. Я никого не трогал. Откуда они знают, что Бурмеца уничтожена? Ну, не, это понятно, я имею в виду. А откуда, почему они тогда питали надежду, что там еще все целые, живые, в порядке? Вообще-то у меня есть несколько вещей. Звездная дева Нина. Че продаешь? Пока дают, берем. Много не бывает. Прозрение. Облегчение, а что это? Лечит болезнь. Ой, раздает, значит, надо брать. Я даже не знаю. Ну, впрочем, ладно, я не думаю, что мы в ближайшее сколько-то времени получим возможность еще покупать оружие. А прокачаться мы в любом случае потом прокачаемся. Ага. Так, это мы сделали круг. Ой, как я уже говорила, нам это в будущем вроде как пригодится, но сложно сказать, насколько мне это пригодится, потому что я запутаюсь наверняка. В Клейре не было посетителей уже несколько столетий. Да ладно. А торговцы? Гриб! Квина явно. Гриб! Раньше я таких грибов не видел. Ну, не видел, вроде как мужицкая, но это не забывайте, что перевод, издержки перевода. На японском там хрен разберешь. Или на английском, опять же. Господи, все-таки кто-то мужик или баба, а? Надеюсь, он съедобен. Да, будем тоже надеяться, иначе мы лишимся одного из членов партии. Вдруг того странного одетого фартука индивидуума? Не, все-таки мне каждый раз кажется, что Квина все-таки мужик. Интересно, где она научилась так странно разговаривать? Мне кажется, она не училась вообще так разговаривать, она едва знает несколько слов. Давайте к Квину считать, что это оно. Удобно. Бурмецианцы такие же, как и мы, клейрианцы. В обоих обществах ценится танец. Однако наши традиции более древние, поэтому наши танцы вызывают более мощные силы, нежели бурмецианские. Бурмицийские. Ну, мне больше нравятся бурмицианские. Я не знаю, где это я так вычитала. Поэтому пускай будет так. Клайранцы народ жестокий, но добродушный, если приглядеться к ним поближе. Как-то ты сам себе противоречишь, мужик. Мы так рады, что клайрианцы нас приютили. Честно говоря, больше ребята из Бурмеца выглядят жесткими, потому что здесь все так мирно. Казалось бы, откуда жестокость. В стародавние времена люди в Бурмеце и Клейре жили под одним небом. Но клейрианцы сбежали в это поселение на дереве, чтобы избежать бурмецитцев, которые стали ценить искусство войны. Ну вот, я же говорю. Подожди. Ну вот, клейрианцы. Почему клейрианцы, если бурмецисы? В общем, вот это действительно больше на мирных людей похоже. Ну как бы, ну... В общем, вы поняли.
По-моему, там ошибочка где-то была. Давайте пробежимся сперва по кругу. Может, тут что завалялось? Я боюсь, что не могу вас пропустить. Почему это? У меня есть послание для мастера Зидана от леди Фрей. Мне было велено передать следующее. Зидан, это может занять долгое время, так что подожди меня в гостинице. Да мы уже ждали там. Мы же уже там спали. Опять туда идти? Окей. Нас гонят, просто гонят. Ну и не надо. Так, ну хорошо. Опа-па. Помогите! В чем дело? Муравьед дубасит ребенка. Муравьед? Обычно он такой послушный, как он мог. Надо проучить эту зверюгу. Это требует немедленных действий. Я немедленно извещу верховного священника. Так, местный босс. Эй, приятель, куда ты идешь? Эти кларианцы такие ленивые. Эй, вы там, помогите мне, если вы на что-то способны. На это способны, конечно. Ну, пойдемте, поможем. Местного босса, как я понимаю, я не помню точно даже, можно его валить или нет, но... Можно не валить, точнее, или нет. Но, по-моему, лучше его завалить все-таки. Помните место, где такой песочек еще по кругу шел? На ребенка напал муравьед. Ой, ну, нам делать теперь. Так это муравьед. А, помогите! Пак? О, старый знакомый, смотрите-ка. Нет! Держись, приятель, мы тебя спасем. О боже, что-то громко. Сейчас, секундочку. Ребенок в порядке, Зидан? Да, в полном. Черт возьми, со мной все хорошо. Этот голос. Неужели это принц Пак? Фрея, где ты была? Ой. Больно же, придурок. Ну, держись. Ух ты! Вернулся экран битвы. Да, я все-таки убрала вот эти вот контуры предметов и вернулся экран битвы. Надеюсь, кстати, это не скажется на ходе боя при использовании магии, потому что как бы, это ведь немножко неприятненько. Так, замедление. Ну, вроде все нормально. Что это делает? Применяет оболочку защиты. Давайте. Я не знаю, насколько... Есть ли смысл у него что-то прайсить? Но наверняка у него что-то полезное. Хотя бы один раз, мне кажется, стоит. Он, по-моему, очень сильно так... Так. Кошмар. А, стоп, нет. Да, очищенная буря. Кстати, куриная единичка. Сам понимаете, о чем. Черт, а сейчас она ветер рынца наложила, и будет регенерация, и у куриной будет то самое. Ой, может быть, его не успеет подлечить, будет неплохо. Ой. Так, где там? Во. Сейчас посмотрим, что это за атака, если нас не успеет подлечить ветер Райнса этого. Да это ж бог, чтоб нет. Вовремя. А. Ну-ка. Ёж равно единице. А, не, нифига, ёж не равно, я не туда смотрела. Вот, блин. Я смотрела на емки. Ну ладно. Ладно, переживем. Опять? А, гон 2. Ой, такой... Я так и знала, что на Виве. Блин. Не люблю этого босса. Ну, что поделать. Нет, здесь в любом случае нельзя было бы. Что тебе надо-то от меня вечно, а? Давайте лучше бить.
пусть лечит. Здрасте. Сколько ему, интересно, осталось? Слизь боли? Мне не нравится название этой атаки. А, Квинок очурился. Печально. Где Фрей? Она же вроде произвела какую-то атаку, нет? Мне показалось. А, у нее же лимит. Точно, она там навечно будет. Наверное. Ну-ка. О, кстати, огонь 2. Я думаю, тебя подпалить-то должно. Вот, блин. Ладно, лечимся. У кого там транс? У Зидана? Ну, хорошо. Ой, ну все, сейчас мы ее завалим. О, я думаю, без проблем. Зидан у нас мощный товарищ. Обидно, что я выбрала у него транс. Ой, до транса так уже. Ах ты. Урод. Ну это хамство, конечно. Неплохо. Фрей, лечись, пожалуйста. Спасибо. Надо в ней вылечить. Там остальных поднять срочно. Он здесь он не успеет нас угрохать. Вроде не успел. Нас тут сохранился. Что у нас тут еще есть? Ничего. Ой, берись. Опять? Слушай, я не успеваю вздохнуть. Это не будет. Зараза такая. Что-то он совсем у него прихода, он слишком часто атакует. Мне это не нравится. Надо Фрей в воздух отправить. Я так подозреваю. Чтобы не... Мне не тратилось. Песчаная буря. Почему тратилось? Давай так у него. Чё с тобой? Чё-то он уже слишком часто кастует. Наверное, скоро сдохнет. Чё, проверим нашу догадку. Давай, Виви. Бей его. Нет, да? Печально. Фрея, может быть, нет. Сейчас кто-то из них каст... Ой. Всё плохо. Все. Отлично. Ну какой он долгий. Не люблю этого босса. Ну слава богу, нам опыта за него не дают, поэтому не обидно. Вы в порядке, ваше высочество? Эй, Фрей, как дела? Ну как такое возможно? Я слышала, что его высочество пропал, покинув Бурмецию. А, да. Ладно, пойдемте поскорее в собор, чтобы проинформировать его величество. Старичка моего, да? Не, я не хочу его видеть. Просто передайте ему от меня привет, хорошо? Пока. Ну, ваше высочество. Береги себя, Виви. Он такой грубый. Виви гораздо вежливее. Он мой первый друг. Мне надо ему кое-что сказать. Теперь вы понимаете, почему Пак говорил, то, что ты будешь моим слугой? Он со своих королевских этих высот. Понятно. Так вы видели Пака, да? Как всегда, он был вредным, ваше величество. Я его давно не видел. Я слышала, что его высочество покинул Бурмецию через месяц после меня. Значит, прошло 3 года. И вы оба, и ты, и Пак решили вернуться в такое опасное время. Я вам благодарен. Фрей, мы проведем древнюю церемонию по укреплению песчаной бури. Понятно, что никакие враги не нападут на нас, пока нас защищает песчаная буря Клейры. А с помощью рыцаря дракона, такого как ты, буря должна стать еще сильнее. Ах, это церемония тех времен, когда Клейры и Бурмеция были единым целым, понятно?
Зидан, я потерпела неудачу, защищая Бурмицию. И я не разрешу Брана и дальше насаждать свою волю. Да ладно, ты изменилась, Фрея. Я не думал, что вы так сильны, когда я впервые вас увидел. Ну, я говорю, стыд, а вы скачет. Я не смогла принести мир в Бурмицию и тем самым исполнить волю сэра Фрейтли. Но сейчас все, что я могу сделать, это защищать это прекрасное место. Да, защита Клейра лучшее, что ты можешь сейчас сделать для себя. Это мне поможет. А четко. Струны порвались. Это страшное знамение. Знамение. Они вообще убрали защиту. Лучше б не трогали. Не могу поверить, что песчаная буря исчезла. Что случилось? Я не знаю. Я ничего подобного не видел с тех пор, как мы здесь поселились. На арфе находится волшебный камень. Издревле мы использовали силу этого волшебного камня, чтобы управлять песчаной бурей. Возможно, кто-то пытается захватить Клейру. Возможно, ваши опасения верны, милорд. Я надеюсь, что наши враги не появятся из ствола, ну, в смысле дерева. Ну, надежда умирает последней, но я бы так не была уверена. Как вы смеете нас арестовывать, эти ублюдочные судьи? Зорну и Торну это с рук не сойдет. Не могу поверить, что я в это ввязался. Никто не просил тебя вмешиваться в наши дела. Довольно грустно получить нож в спину от собственной королевы, да? Это все какая-то ошибка. Я знаю королеву, она меня никогда не предаст. Ты оптимист. Кто знает, что она задумала сделать с принцессой? Я должен спасти ее любыми средствами. Интересно, выслушает ли меня мама? Почему она напала на Бурмицию? И почему она нас арестовала? Кстати, та самая комната, в которой началась игра, в общем-то, помните, заставочка? И должна быть с ней откровенна. В последнее время она сама не своя. Вообще-то она начала вести себя странно со времени моего дня рождения в прошлом году. Когда нас посетил высокий мужчина. Возможно, это он виноват во всем. Если хорошенько подумать, ведь именно с этого момента стали происходить странные вещи. Доктор Тот тоже вскоре покинул Александрию. Что произошло в тот день? Королева Брана призывает вас. Идите с нами. Что?
Как ты смеешь со мной так разговаривать? Тихо! С нами ты пойдешь и точка. Как там говорится? Ах, да. Отвали, козел! Что это было? Я не понял. Что она сказала, совсем я не понял. Хватит, иди, теперь иди с нами. Отвали, козел, мне всегда это нравилось. Скорее. Так уже долго ожидает вас королева. Мама. Дорогая, ну наконец-то. Где ты была? Я так волновалась. Ну же, подойди ближе. Мама, мне надо тебя кое о чем спросить. Что именно, дорогая? Я скажу тебе все, что захочешь. Ты... Это правда, что ты ответственна за разрушение Бурмеции? О, что ж, понятно, почему ты так озабочен. Это далеко от истины, Гарнет. Видишь ли, эти бурмецианские крысы давно уже замышляли напасть на Александрию. Я не могла сидеть и ждать, пока они нападут уничтожить наше цветущее королевство. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как проявить инициативу. Мама, это правда? Конечно. Конечно. О, все хихикают, видите? Я тебе не верю. О, дорогая, в чем дело? Почему ты не веришь мамочке? Папа. Можно я тоже сыграю свою роль в этом акте? Акте? Да, акте из красивой пьесы. Есть рыцарь на белом коне. И очаровательная принцесса. Это история несчастной любви. Охваченная печалью, принцесса должна проспать 100 лет. Ты... Я тебя раньше видела. Видимо, судьба снова свела нас вместе. Мой ангелочек, подойди ко мне. Я отведу тебя в мир грез. Она красивая даже во сне. Хм, нахальная девчонка. Зорн, Торн, подготовьтесь к извлечению Эйдолонов из принцессы. Вот так вот. Ничего не буду пока говорить, догадывайтесь сами. Кстати, с днем рождения, принцесса. 16 лет исполнилось принцессе. Эйдолонов извлечь из нее мы можем наконец-то. Духи вечной жизни, духи могучей силы. Восстаньте из 16-летнего сна. Да будет свет, да будет жизнь. Время пришло, время настало. Выходите, Один, воин темноты. Да, Один. Неприятненький, товарищ. Что ты здесь делаешь? Скажи мне, как ты думаешь, почему песчаная буря исчезла? Я не знаю. Меня удивляет то, что песчаная буря вообще была. Ты знаешь, что песчаная буря длилась уже 1000 лет? За все это время она не исчезала ни разу. Возможно, за этим стоит Браны. Возможно, за этим стоит вожделенный танец, который, может быть, содержал в себе ошибку. Кто знает? Без сомнения, за этим стоит Браны. Как насчет парня, который был с Браной? Сейчас мне забудет лишь Даггер. Давайте вот так вот. Вообще-то, меня больше волнует тот парень, который был с Браной в Бурмеции. Этот человек. Интересно, кто это был? Зидан, я собираюсь пойти и выяснить, почему исчезла песчаная буря. Эй, я тоже так подумал. Пойдем вместе? Куда, интересно, они собираются идти? Я пойду искать Виви и Квина. Встретимся у входа в город. Теперь мы за Фрей играем, надо же. Ладно. О, кстати, надо ее экипировать, пока нам дают. Так, Явелин. Вот мне перчаточки. Возьмем вот это. Мифрилки прокачаны, прокачаны. Отлично, громовые перчатки. Мифриловый доспех, защита 15, да, определенно стоит брать. Прикрытие все взято. Отлично. Сапоги пустыни.
Так, способности. Что там у тебя есть способности? Убийца, что? Сильный урон демоном. Так, стоп, желе это... Спасает окаменение. Так, вот это полезная штука. Людоед, убийца драконов, убийца жуков, убийца бессмертных. Но надо что-то убрать. Сколько стоит желе? 4. Смертельный урон людям. Когда мы последний раз с людьми-то дрались-то, господи? Что это такое? Добавляет эффект статуса оружия при атаке. Не, лучше вот это. А так это, конечно, все хорошо, но... Мало ли, какие на нас наложат. Бафики. Очень жаль, что это случилось во время вашего пребывания в Клейре. Да, 1000 лет они танцевали, и все нормально было. А тут вдруг станцевала Фрей, и все пошло коту под хвост. У меня еще есть товары? Так, ну... В принципе, нам еще не надо. Бежим? Кто там оружие это продавал у нас? Мужик, по-моему, вот этот вот на площади там где-то был. На всякий случай. Смотреть еще разок. Вот он. Нет, не он. Стоп, не те это люди. Другие. Ладно, черт с ним. Эй, ты чего так долго? Хорошо, пойдемте. Я не смог найти Пака. Может быть, он спустился вниз в ствол. Здравствуйте еще раз. В этом городе очень вкусный песок. Этот город аппетитный. Я предала Бурмецию, но я ни за что не предам Клейру. Ну все, уходим. Давайте только экипируемся еще разок. Посмотрим, что как. Так, проверим, потому что... Потому что так надо. Стоп, подожди. Ага. Ну это мы только что ставили. А это что такое? Так, тут все хорошо, так, Виви. Огонь да сон. Да я лопала. Подожди, мы здесь что-нибудь все прокачали. А. Фриловый браслет, хлопчатка, желе, автозеле. Ух ты, как громыхает, у меня сейчас гроза будет. Дождалась. Ясная глава, спаги пустыни. Не, ну магическое уклонение меньше, поэтому не будем трогать. Так, это мы только что делали. Здесь... Блин, почему у меня две штуки острых вил? Непонятно. Сила магическая защита. Прям даже не знаю. Давайте, правда. Костяная крака, что там? Мифриловый браслет. Да. Бронзовый жилет и автозелье, которое никогда не буду трогать. Защита 12. Желтый шарф. Сапоги пустыни. Миллионер. А что он там повышает, этот миллионер? А, деньги. Больше денег, да? В конце боя. Не, ну мне кажется, лучше, конечно, сапоги пустыни брать, потому что... И магия повыше, и дух, и уклонение. Пойдемте, короче, отсюда. А сейчас, кстати, должны вот эти вот песчаные водоворотики закончиться уже, потому что песка больше нет. И мы возьмем там из этого сундучка. Александрийские солдаты. Блин, а я только отключила. Помните, урон людям. Зараза. Все, короче, Брайана, по-моему, допехала до нас. Раз здесь александрийские солдаты. Ну, ладно, мы сейчас с ними быренько расправимся. Мы уже крутые. Мы уже много чего повидали. Мы только что муравьеда завалили. Б2. Ну, не самое страшное.
Да, да. Интересно, она может скушать или он, она скушать солдата? Давайте попробуем. Маленьким огнем. И сейчас Квина, я думаю, все-таки съест как-нибудь. Ой, это даже. Давай ты съешь, пожалуйста. Небось невкусно будет, да? Не могу съесть, молчу. О, громыхает, громыхает, громко. Я так ждала. Ой, сейчас надо будет записать Сирию, нос в окно высунуть. По пояс. О, какая досада. Ну подождите, это же обычное зелье, а сильное зелье. У меня же их не 99. Кстати, можно сейчас использовать. Лучше здесь лечиться, у нас куча зелий, и в принципе они до нуля не снижаются пока, поэтому лучше использовать как только, так сразу. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится полное количество жизни. Ну, я думаю, мы их тогда сейчас убьем, раз Квина их съесть не может. Просто будем бить. Не, ну буду, тратить вирусную магию, пускай лучше. Они все равно их завалят так. Это было больно. О, кстати, я забываю на паузу ставить во время боя. Но у меня сейчас в комнате темно, поэтому я боюсь, я промахнусь мимо кнопки. Еще отключу вообще запись. Поэтому, я думаю, вы меня простите за это. Побегаем пока так. О-о-о-о-о. Ну, хотя ладно, здесь я поставлю на паузу. Офигеть, с этих личинок 164 опыта. Не то чтобы это было очень много, учитывая, что это было много, когда мы были маленькими. Сейчас мы подросли. Но тем... Слушай, дай ты мне хоть шаг-то сделать. Боже мой. Надеюсь, это не слышите? Хотя нет, наверное, слышите. Сейчас небось мама прибежит с восторгами. То, что гром. Будем надеяться, что нет. Бежим отсюда. Дети, хватит визжать. Секундочку, Зидан. Эти александрийские злыдни там. Разве их не было слишком мало, чтобы нанести ощутимую атаку? Да, я тоже так подумал. Точно. Ну, и на этом мы завершим данную серию. Я не шучу. Давайте здесь завершим данную серию. В общем, надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. Следующую серию мы продолжим ровно с этого же момента и узнаем, кто же там такой стоит. Может быть, сам Куджи, кто знает. В общем, что делать, знаете, простите меня за это, но серия все-таки закончится. В общем, всем удачи. Пока-пока. До завтра.